мы пришли к вам. А почему ко мне? Это же надо полицейским местом, правильно? Мы хотим через вас, как через вышестоящий командование, поблагодарить все ведомство за очень плодотворную работу, за... А кого нашли? На самом деле, я сейчас по фамилиям не вспомню, было очень много поисков, началось это все. С Сосновоборска был поиск Алешина, по-моему. Там оперативники привлекли даже сотрудников МЧС через свои заявки, то есть стажир, беспилотники. Но работала местная полиция? Местная полиция. Местная полиция. За Гришу вот сюда подхожу. Я вам очень благодарен. Такую общественную организацию мы, конечно, уделяем самое ответственное, самое внимательное свое отношение. Розыск, особенно если несовершеннолетний, сильный молодежи, волонтеров, энергичный, быстрый, активный. Поэтому вам большое спасибо. У нас еще очень много дел. Вот начальник, начальник. Хотим передать через вас вашим оперативникам Сосновоборска, капитану Шаронову и лейтенанту Зайцеву.